Здравствуйте, уважаемые коллеги и зрители канала «Заметки электрика». Сегодня на дворе 29 октября, и сегодня я провожу розыгрыш обещанных призов. Напомним, что в качестве призов у нас имеется 4 позиции. Первое – это кабельные ножницы MS-05 от КВТ. Второе – это автоматические выключатели с номинальным током 16 ампер, характеристика C, тип ИК-60Н от Schneider Electric, целая упаковка, 12 штук. Третье – это ременная сумка Tool Pouch от Haupa. И автоматические выключатели номинальным током 10 ампер, характеристика C, с аналогичным типом ИК-60Н от Schneider Electric, также целая упаковка, также 12 штук. В прошлый раз зрители жаловались о том, что не у всех имеется страничка ВКонтакте, а потому многие не могли выполнить условия розыгрыша и участвовать в нем. Поэтому в этот раз я решил разбить розыгрыш для двух отдельных сообществ. Условия для розыгрыша на YouTube. Первое – это необходимо подписаться на канал «Заметки электрика». И второе – поставить лайк, написать в комментариях хэштег «Выбор сечения кабеля». И необходимо ответить в комментариях на 2 элементарных вопроса. Соблюдаете ли вы мои рекомендации по выбору сечения жил в зависимости от номинала автомата? Если нет, то почему? И второй вопрос – это каких производителей предпочитаете при покупке кабелей или проводов? Ну что, начинаем непосредственно сам розыгрыш. Осуществлять я его буду через уже известную вам программу Lisa On Air. Я вошел в свой аккаунт, вот он, заметки электрика. Здесь в строку я вставил то видео, про которое говорил чуть ранее, то есть на которое осуществлялся розыгрыш. Здесь оно уже автоматически определилось, видите, название, заголовок, заметки электрика, и на заднем фоне видно непосредственно само изображение видео. Так, по просмотрам видео имеет 10893 просмотра на данный момент и 541 комментарий. Сейчас что? Мы будем выбирать из комментариев и проверять подписку и проверка лайка, как и было указано в условиях. Итак, поехали. Идет выбор случайного комментария. Евгений Калашников, но, как видите, он в розыгрыше не участвует, поэтому идем дальше. Анатолий Михайлов, кстати, достаточно активный участник комментариев, за что ему отдельное спасибо. Всегда нравится почитать изложение его мыслей. Так, но, как видите, он, опять-таки, условия не выполнены. Поэтому мы идем дальше. Так, здесь unknown person, это неизвестная персона. Хэштег проставлен, соблюдаю. Второе, monl. То есть здесь опять-таки список подписок скрыт, список лайков скрыт. Поэтому я не могу оценить, поставил ли на самом деле лайк данный человек и является ли он моим подписчиком. Поэтому идем далее. Здесь простой комментарий. Поэтому сейчас я буду просто пропускать, где выбранный комментарий не соответствует условиям розыгрыша. Идем далее. Опять Анатолий Михайлов, но я говорю, он достаточно активный участник. Так, вот у нас есть, скорее всего, это первый победитель, это Андрей Шаповалов. Андрей, я вас поздравляю. Ваши рекомендации по выбору сечения соблюдаю, но в другом направлении. Сейчас делаю ремонт у себя, меняю щиток, выбираю автоматы под существующие кабели. Несколько линий пришлось тянуть новых. Для них брал кабель производства Promeco. Система Lisa On Air автоматически показывает, что имеется
подписка на канал Заметки Электрика и имеется лайк на данное видео. Все, вопросов нет. Андрей, я вас поздравляю. Вы являетесь обладателем ножниц для резки зачистки проводов MS-05 от КВТ. Прошу, по возможности напишите мне в личную почту. Мы с вами свяжемся и обговорим условия, ну вернее не условия, а обговорим адрес доставки вашего приза. Так, идем дальше. Второй приз у нас на Ютубе, розыгрыша на Ютубе. Это у нас будут 12 автоматических выключателей Schneider Electric с номинальным током 16 ампер. Итак, поехали. Александр Чернев. Так, условия не выполнены. Дальше читатель. Условия не выполнены. Ищем дальше. Спасибо. Так, вот отец Федор. Хэштег написал, а ответов я не вижу. Условия у нас не выполнены. И идем дальше. Так, дальше Федор Жибуль или Жибуль, не знаю, как правильно читается. В общем, выбор сечения кабеля, хэштег имеется. Конечно, пользуюсь рекомендациями, а кабель выбирает производителя Allure. И опять здесь список подписок скрыт, список лайков скрыт. Мне это сейчас не удастся проверить, поэтому идем дальше. Извини, Федор. Дмитрий Архипов. Ну, это обычный комментарий. К розыгрышу не относящийся. Так, идем дальше. Идем дальше. А вот, скорее всего, второй победитель. Это Павел Старков. Хэштег «Выбор сечения кабеля». На ответ на первый вопрос «Да» и предпочитает севкабель. Кстати, хороший выбор. Подписка имеется, подписчик канала. И лайк тоже есть. Вот лайк на данное видео имеется. И не только на это, кстати, вот еще есть мои видео про время срабатывания. Все, Павел, я вас поздравляю. Вы являетесь победителем второго приза. Это автоматический выключатель Schneider Electric с номинальным током 16 ампер. Вас также попрошу связаться по возможности со мной по электронной почте. Она указана на моем канале. Так, ну что, идем далее. Розыгрыш в социальной сети ВКонтакте. Условия тут тоже достаточно простые. Это необходимо было вступить в группу «Заметки Электрика». Второе, поставить лайк, написать комментарий с хэштегом, аналогичным, как это было на Ютубе, ответить на вопросы и сделать репост видео на своей страничке ВК. Но розыгрыш ВКонтакте будет происходить по репостам. То есть не по комментариям, а по репостам. А дальше мы уже проверим, какие комментарии оставил тот или иной пользователь. Но, к сожалению, Лиза ОНР выдает какую-то здесь ошибку, поэтому и данным сервисом я воспользоваться не могу. Для этого я воспользуюсь сервисом RunStuff, определить победителя ВКонтакте. В принципе, все аналогично. Вставляем ссылку на наш пост, так, и искать победителя среди репостнувших. Проверить наличие подписки обязательно. И выбираем первого победителя. Так, розыгрыш заметки электрика. Так. Наглядный эксперимент. И победителем у нас является Виталий Монохин. Сейчас перейдем на его страничку. Видим, что Виталий сделал репост данного видео.
Вот я нашел Виталия Монохина, рекомендации соблюдаю, кабель ГОСТ. Все отлично. Так, и лайк. Вот Виталий, вот лайк от Виталия на данном видео имеется. Идем далее. Так, вставляем опять ссылку. Конкурс по репосту. Проверить наличие подписки обязательно. И выбираем второго победителя. Это у нас автоматические выключатели с номинальным током 10 ампер от Schneider Electric. Поехали. Так. Победитель у нас стал Владимир Дуркин. Или Дуркин. Не знаю, поправьте меня, если я как-то произношу неправильное ударение. Так, переходим на страничку. Так, здесь у нас репост имеется. Это все видно. Дальше давайте посмотрим наши комментарии. Владимир. Выбор сечения кабеля сам сусам, но с табличкой всегда сверяюсь. Из производителей не могу сейчас вспомнить, но ТУшный стараюсь не брать. Отлично. И посмотрим лайки. Так, вот лайк есть. Замечательно. В общем, я с вами свяжусь в самое ближайшее время и мы обсудим адрес доставки. Еще раз всех участников благодарю за участие в данном розыгрыше. Всем огромное спасибо за участие. Большое спасибо за поддержку. Спасибо за лайки, спасибо за комментарии. Очень было интересно почитать ваше мнение о производителях. И в принципе по этим комментариям, по этим спискам производителей можно сделать так называемый белый список производителей кабельно-проводниковой продукции. Это очень ценная информация. Еще раз вам спасибо. Ну, на этом все. Всем спасибо за внимание. Ну, а с вами, как всегда, был Дмитрий, автор канала «Заметки Электрика». До новых встреч!